Ну что, все уже видели прогноз погоды на ближайшую неделю, где обещает до минус 20 градусов мороза ночью. Ну а с вами сегодня Женя, «Сильные новости», рубрика «Короче», и ловите от меня привет. Знаете, как можно ездить с просроченными правами абсолютно легально? Рассказываю. Согласно новому указу, те документы, срок действия которых истекает с 10 ноября этого года по 26 марта следующего года, могут автоматически продлять срок действия документов на полгода один раз. Таким образом, можно ездить с просроченными правами, пользоваться паспортом и другими документами. Это все связано с нагрузкой на административный блок органов в связи с эпидситуацией. Так что пользуйтесь! Если вы вдруг захотели расставаться, внимание, делайте это максимально аккуратно, потому что у брещанина бывшая возлюбленная вынесла из дома 30 тысяч долларов. Оказывается, у нее были запасные ключи, и она знала, что у него есть деньги, где они лежат. Девушка рассказала, что захотела потратить деньги на развитие своего бизнеса, но заработала в итоге уголовку, так что расставайтесь аккуратно. Где в нашем городе можно купить новогоднюю красавицу? Сильные новости пишут, что новогодние елочные базары будут работать в нашем городе с 22 декабря. Адреса будут известны попозже. Купить сосну, например, можно будет от 8 рублей. Правда, за такую цену нужно будет еще поискать, так что рассчитывайте примерно от 15 рублей.